почему это мне пришло в голову. Еще в советские времена, по-моему, в конце самого, в 89 году, у меня по центральному телевидению, тогда это было телевидение центральное, то есть главное единственное, да, сделали большой музыкальный фильм, назывался «Офицерский романс». Я тогда поставил условие, что, чтобы моей рожи, значит, там на экране не было. Потому что мне не нравится так. И я считаю, что в жизни так выгляжу-то ничего. А на экране это... Есть такие подвенечные, действительно. Ну, там актрисы, на них посмотришь, но в жизни это не выгляжу. А сколько ты играешь? Красава. Вот, а я ему добавлю. Вот. И... Но что-то для этого фильма доснимали, и в том числе снимали кадр, режиссер отдал свою собственную фляжку военную, когда-то была редкость, значит, налили ее красным вином, ее прострелили, вот, чтобы эффект, значит, как будто кровь оттуда. Поэтому мне, может, и остался, и песня такая. Вино сердцем, а не фляжка, и не вода течет, а кровь. Спасай, десантная тельняшка, дай силы женская любовь. В чужой земле, в нерусском небе, война следила день за днем, как на солдатском горьком хлебе мы выживали. Атаки рейды и подрывы, стук пулеметов и сердец. Но мы с тобой остались живы, но мы вернулись наконец. А если снова станет тяжко, и нас война догонит вновь, спасай последняя тельняшка, дай силы первая любовь. Спасай, десантная тельняшка, дай силы женская любовь. Спасибо, что подарили тельняшку. Только что перед выступлением не подарили, я сразу же подарил. Так, 15 минут. Отдыхаем, пьем, курим и все прочее.